нашего гостя сегодняшних чтений Анатолий Тимофеевич Фоменко, академик Российской академии наук, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени Ломоносова. Он сегодня у нас выступает с докладом «Развитие идеи Морозова в новой хронологии». Спасибо, Наталья. Для меня большая честь выступать на чтениях Морозова. Много лет связанных с музеем и очень ценен и работы директора института и поддержания памяти Морозова. Здесь тут много, я постараюсь изложить то, что хотел сказать коллегам. Николай Александрович Морозов, великий русский ученый энциклопедист, внесший замечательный вклад в построение правильного знака средневековой древней истории человечества. Предшественники Морозова, Исаак Ньютон, автор книги «Генеральная хронология древних царств», Де Рассилва, Жан Кардынин, Эдвин Джонсон, Роберт Балдау, Вильгельм Кармайер. Однако они лишь указали на некоторые противоречия на исторической хронологии, но не осознали огромный масштаб проблемы и не создали методы для решения. Морозов не знал о работах этих ученых и пришел к своим куда более глубоким выводам полностью независимым. Морозов впервые осознал необходимость строить здание истории на базе естественно-научных методов. Первоначально раздание его восхитительного труда Христос таково. История человечества в естественно-научном освещении. Восьмой том был опубликован лишь в наше время, благодаря нашей инициативе, когда мы извлекли его из архива Рада. История основана на хронологии, как на позвоночном столбе. Система дат – это стержень истории. Меняем даты, меняется все. Глобальная хронология изначально была разделом прикладной математики и астрономии, когда ее создавали в 16-17 веках вновь с Кавера и Дионисий Дарвус. Потом она перешла к деление истории и застыла в виде аксиома. Но в эпоху 16-17 веков математические и астрономические методы были еще недостаточно развиты, что привело, как потом выяснилось, к большим ошибкам в скалинской хронологии. Вопрос. Почему хронология – это раздел прикладной математики? Дело в том, что, например, аккуратные датировки солнечных и лунных затмений нуждаются в непростых современных алгоритмах и программах. Датировка гороскопов, зодиаков – это весьма нетривиальная задача тех шифровки и статистического перебора всех вариантов расшифровки, а затем математический анализ астрономических параметров. Проблема пересчета дат из одних календарей и эр другие весьма непроста. Раньше календарных карт было несколько. Например, использовался тройной счетчик круг Солнца, круг Луне и Индикли, то есть три циклических счетчика с разными периодами. Для локальных дат они хороши, но если дата события заранее неизвестна, то ошибка в одной цифре на счетчиках может привести к ошибкам в дате в сотни лет. Еще пример. Во многих хрониках события датируются по отношению к одной разной детстве. Для его определения достаточно непросто. Ошибка в один день смещает дату событий примерно на 70 лет. В то же время известно, что в некоторых хрониках 14 века день рождения определялся ошибкой 6 дней на следующий год. Что дает ошибки в датах на несколько сотен лет. Далее. Хронология в значительной мере была основана на правилах вычисления дат Пасхи, что было непростой задачей для средневековых хронистов и порождало множество ошибок. Морозов понял необходимость вернуть хронологию в лоно прикладной математики и астрономии. Хронология в 17 веке вышла из традиции Скалера Педариуса и перешла в верение историков, которые восприняли ее как аксиому и с тех пор глубоко не анализировали, поскольку не владели математическими методами. По мере развития естественно-научных методов стали обнаруживаться серьезные ошибки в хронологии Скалера Педариуса. Дело в том,
что с тех пор математические и астрономические методы радикально улучшились и обнаружены ошибки, достигающие до сотен и тысяч лет. Морозов первый понял, что хронология античности искусственно изменена и нуждается в сокращении. Он обнаружил дубликаты письменной истории, когда одно и то же событие размножалось на бумаге, и дубликаты сдвигались в прошлое, после чего воспринимались как якобы разные события, с разными персонажами и в разных регионах. Так возникли выражения «фантомные отражения» в скалеровской версии истории. Морозов первый обнаружил дубликаты 12 поколений, перенесенные в разные исторические эпохи, как якобы различия. Морозов первый обнаружил серьезные ошибки в датировках древних затмений и зодиаков гороскопов. Он понял, что их даты следует омолодить, придвинуть ближе к нам. Это относится, например, к известным древнеримским зодиакам. После публикации Морозова и Литовны прекратили попытки датировать такие зодиаки и заявили, что зодиаки Египта не несут в себе резкой астрологической информации, а являются просто картиной. И Литовны не поняли, глядя на результаты Морозова, чтобы аккуратно датировать, получается даты, радикально противоречащие скалеровской истории, а потому стали замалчивать обнаруженную проблему. Морозов первый понял, что в эпоху 13-17 веков многие старинные тексты не датировались. В них носили скалеровские датировки, которые во многих случаях искусственно отодвигали средневековые тексты в глубокое прошлое, то есть удлиняли историю. Много хронология сделала следующие важные шаги. Были проанализированы методы датирования, используемые историками и археологами, метод археологических цепочек, радиоуглеродный метод, геохронологический метод и другие. Выяснилось, что применительно к событиям одной и двух тысячелетней давности они допускают большие ошибки, сравнимые с возрастом датируемых образцов, то есть весьма неточные. Поэтому нами, ну конкретно, профессор Анатолий Тимофеевич, Масовский Петр Дмитриевич, были созданы, проверены и применены новые математические, эмпирико-статистические и астрономические методы датировки событий письменной истории. Таких основных методов 7. Метод локальных максимумов, метод распознавания и датирования династий правителей, метод обнаружения фантомных генетических дубликатов. Метод принцип малых искажений, принцип затухания часов и метод удалячивания исторических текстов во времени, принцип дублирования частот и метод обнаружения дубликатов, метод анкет-кодов, метод правильного хронологического упорядочивания и датировки древних географических карт, метод формальной дешифровки, перебора всех вариантов, а затем датировки старинных зодиаков. Обнаружилось, что предложенным Морозовым омоложение датировок древних событий явно недостаточно. Многие события письменной древних истории необходимо впирать вверх ближе к нам на существенно большие величины, а именно примерно на 300 лет, 1000 лет и даже 1800 лет. Эти три основные сдвига и их комбинации были обнаружены путем применения новых методов датирования, скалеровскому учебнику истории, играющему фундамент для современной исторической картины. Оказалось, что принятый сегодня традиционный учебник получился как результат работы хронологов 16-17 веков, склеить 4 дубликатов одной и той же короткой хроники, охватывающей события от примерно 10 века до 17 века. Причем эти 4 дубликата сдвинуты относительно друг друга примерно на 300, 1000 и 1800 лет. Возвращая обнаружение дубликатами и первоначальное детство, мы обнаружили, что письменная история укорачивается, и практически все известные сегодня письменные документы рассказывают о событиях, лишь начиная от примерно 10 века и ближе к нам. Ранее 10 века наступает зона молчания времени. Этот главный результат глобальной хронологической карты
Допускает ли зрительную проверку, поскольку основан на описанных выше формальных методах? Затем мы предложили гипотетическую реконструкцию правильной древней истории, основанную на обычественной анализе коротких хронологий. Мы, конечно, не настаиваем на этой реконструкции. И результаты, изложенные в нескольких наших книгах, все они представлены также в открытом доступе на нашем официальном сайте «Новая хронология» в интернете. Можно прямо сейчас войти на сайт с помощью своего телефона. Возникшее научное направление называется «Новая хронология» Фоменко Лосовского. В нем активно участвует Татьяна Николаевна Фоменко, соавтор нескольких книг по хронологии. На сайте также представлены наши ответы на хронику, есть раздел «Дискуссии», есть раздел «Форум», где участвует множество как сторонников, так и критиков, противников новых хронологий. Ярославле в 2019 году открылся большой музей новой хронологии в усадьбе особняке князей Куракиных на центральной набережной Волги, но прямо открывая центральный лестницы. Пользуется значительной популярностью. Музеи, в частности, полные представленные и расчисленные материалы, включая ученые и технологические, Николай Александрович Иванович. Спасибо за внимание.